Зарегистрироваться самозанятым можно с помощью смартфона. Это займет у вас всего пару минут. В любом маркете приложений скачайте приложение «Мой налог» и установите его на свой смартфон. Ознакомьтесь с правилами обработки персональных данных и пользования приложения. Подтвердите, что принимаете правила, и нажмите «Согласен». Нажмите «Стать самозанятым». Выберите удобный способ регистрации. В нашем примере это регистрация по паспорту. Укажите номер телефона и нажмите «Подтвердить номер». Вам придет SMS-сообщение с одноразовым кодом. Укажите код и нажмите «Далее». Выберите регион, в котором будете работать, и нажмите «Далее». Пройдите идентификацию личности. Для этого откройте в паспорте разворот с фото и поднесите к камере телефона. Обратите внимание на то, чтобы данные легко читались и полностью попадали в кадр. Нажмите «Распознать». Проверьте, совпадают ли данные на экране с данными в паспорте. Если все верно, нажмите «Подтвердить». После этого сделайте свое портретное фото без очков и головного убора. Лицо должно полностью попадать в кадр. Подтвердите свое согласие на постановку на учет самозанятым. Ваше заявление для регистрации будет отправлено в налоговый орган. Далее перейдите к шагу 2.